народ. Все еще спите? Ну я уже проснулась. Уже опоздала на автобус, на поезд и на все остальное. Приехала на 10 минут к ужину. Вообще не проблема, да? Проблем у нас нема. Все равно мы раньше своего времени успеем. Наработаться еще успеем. Так, ну посмотрим, что нам принесет новый день, какую новую пищу. С чего начинать, чем заканчивать. Ох, и жарко, ребята. Жарко, утром жарко. Днем вообще не передать словами. Фух, сегодня, не знаю, белье вешала. Вчера Луиджину постирала. И бежала, и буквально автобус передо мной вшик, метро передо мной вшик. Думаю, ну куда ты бежишь, ну? Ну, дура ты ненормальная. Иди потихоньку, как все нормальные люди. Нету, то привыкла, блин, лупанула, как дала по газам. Все, народ, сегодня надо идти в парикмахерскую. Посмотрите, на кого я похожа. Шо це за причиха? Помыла голову, на голове черти шо. Ни в шо оно не складывается. Все вот это хвостами где-то там висит. Моя Джулия сейчас от меня далеко. Мне придется теперь искать еще и нового парикмахера. Вот так вот. Что посмотрю, или сегодня, или на днях. Там возле меня тоже есть китайцы. Потому что пойдешь в обычную. Есть у нас в терминале обычная парикмахерская. Там берут такие баснословные деньги, а толку стригут одинаково. Поэтому даже разговора быть не может. Пойдем к нашим друзьям, китайцам, постригут, помоют, поброют. Гелем намажут. Скажут, что так и было. Так, ладненько, ребят, я уже добегаю. Добегаю, так что встретимся на работе. Смотрю мне навстречу и по той, и по этой стороне куча лесопедов. Может, и мы махнем не глядя. Перейдем на велосипеды. То мне позвонила Ву, говорит, там лампочка какая-то оранжевая в машине загорелась. В общем, завтра моя машинка поедет к механику, посмотрим, что там в ней загорелось. Что там надо поремонтировать. Подгорку перестала тянуть. Ну, в общем, посмотрим. Не знаю, я ею пока не пользовалась, так что... У Аву есть свой автомеханик, который уже у него 20 лет, этот механик. Был бы мой Славуня, он бы мне ее поремонтировал. Ну, а что ж сделать? Нанимай сюда, нема, да? Вот. Лена просыпается. Мы с вами уже давненько проснулись. И летим. Сеньорики, сьямо бравики, вольямо кафе. Poi il film per domani, Domani uguale. 20 senza pane. No, pane sì, sì, solo sì. Ciabattine sì, domani. Allora. E oggi non c'era, c'era un chilo e mezzo da riserva. Sì, sì, okay. Sì, sì. Domani niente, normale focaccine. come tutto normale. Okay. Tutto lasciamo normale. Lì. Tutto focaccine, pane, tutto normale. Okay, okay. Finché non dico sto più. Però le brioche lasciamo sempre 20. Sempre 20, sì. Заказ хлебушка сделали, мороженое пока. Чуть-чуть есть. Чуть-чуть нет. Чуть-чуть есть. Идем. Чем у нас тут так вкусненько пахнет. Свежеиспеченными брюшиками. Алина поговорит. Ой, кухарочка. Так, сейчас мы сидим. Вот это для души. С медом. Вот это мертили. Ой, как же они называются? Я не помню. Синяя ягода. Забыла. Вот этот с орехами. Этот с шоколадом. Этот с нутеллой. Этот с кремом. Крема ди ризо. Рисовый крем. Вот такой. Язычок вам показывает. Покушали? Все, идем. Бежала на работу.
так своим рюкзачком трасла. Наверное, все помидорки повыскакивали. Ну что, вчера Лилюк сходила на огород. Еще часть урожая собрала. Тут уже вроде бы мелкие эти помидорчики. Не совсем манюсенькие. Ну, которые помельче, которые покрупнее. Но полно, 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 полно. Что, Алексончик сегодня будет довольна. Только что позвонил мне мой Аву. Отвез он все-таки мою машинку к механику. Что вы думаете? Шел сильный дождь. И при таком сильном дожде залило машину так, что сгорела одна свеча. Поэтому ничего страшного, никакой сложной поломки. Я думаю, что надо поменять все свечи, и сгорел кусочек провода. Поэтому машина как бы троила и на горку не шла. Сказала заодно проверить тормоза, проверить это. Еще сзади лампочка сгорела. Я думаю, по поводу этого жаления. Вообще-то Форд они такие слабенькие машинки насчет этого. Ой, мороженым не угощаю. Ну чола, угощайтесь. Потом расскажу вам, сколько в Италии стоят свечи. Вам же интересно? Мне самой интересно. Я свечи никогда не меняла. Уже у машины, наверное, пробег 1100 есть. Даже не знаю, я что-то и не посмотрела. В общем, скажу вам. Потому что на 40-50 тысяч надо менять тормозные таблеточки. Посмотрим, что там еще. За машиной надо ухаживать. Машина любит порядок. Она в надежных руках. Да? Порядок обеспечен. Сеньори, сеньори, мы представляем мильори гоки ди Дженова. Люди ходят наверх, нюхают, приходят, плюются и возвращаются к нам. Во! Кончик! Хорошо! А у них написано «Проводи Qualità Alta». Qualità Alta – это высшего качества. Говорят, их высшее качество посылает Qualità. А мы не пишем, что у нас высшее. Мы говорим, мы лучшие. Все, паста пунто. Все, ребят, не хочу хвастаться, но это так и есть. Видели бумажечку? Это я вам цены поставила. Сколько стоит маленькая поломочка машинки? Что там было? Там было 4 свечи поменял. Провода, идущие к свечам. К свечам. Вот. 58 евро. Так сказать, за эти провода, 22 евро 4 свечки, ну и 40 евро за то, что механик поработал. Вот так вот, 120 евро, куда в Италии деньги деваются? В никуда. А всего-навсего машинку залило водой при дожде. Так дождь был 3 века назад. А говорит, а вон, он открутил, а там все мокрое. Лилюк даже мусора не производит. Одна корочка с банана. Так, ладненько, народ. Поскакали. Нас ждет новый день. Новая пища. Мы ничего не забыли? Мы ничего не забыли. Разве что водички, глоточек с собой взять. Мусор. Ну и вас. Поскакали.